Firstly, for our foreign guest, I wanna double sorry. My talk will be in Russian, but I prepared a lot of pictures and my slides be in English. So just relax and listen Russian. Так. Значит, да, тема моя про serverless. Сегодня я вам попытаюсь рассказать. Тема новая. Я с ней столкнулся осенью на проекте. Мы ее очень активно используем. До этого я с этим работал кое-как, но это было более профессионально. И попытаюсь вас убедить или переубедить, нужно ли выкидывать ваши сервера или оставить их. В общем, дальше. Немножко о себе. Для тех, кому плохо видно, можно локально здесь в вебе найти слайды и серфать на телефоне. Немножко про себя. Я работаю сейчас в компании MLSDev. Она Ruby Development. Начинал я свой путь к Ruby с 2012 году с C-Sharp. Делал виндовые побрякушки, но затем это стало что-то не сильно популярно. И пришлось переквалифицироваться на веб с PHP.js. Все было хорошо, сколько-то там лет, но затем мы делали один проект, букинговую систему для театров. И мы так ее долго делали, получается, от создания фичи и до ее реализации это занимало где-то месяц. И тут я прочитал книжку Rework, кто не знает, это вот там ДХХ, и его друг написал. Где там книжка, конечно, не книжка про бизнес, но они там хаят Ruby и Rails, и как все классно, и у них там все чуть ли не за неделю, за дни решалось. Я такой, блин, надо идти в Ruby. И я пошел, да, переехал в другой город, полностью дом грешился. Некоторые меня отговаривали, но я, нет, я Rework, все, все будет классно. Но спустя полгода я понял, что нет, то есть Ruby это все классно, но за 15 минут и за час блоги и магазины делать я не буду. То есть там те же проблемы, когда твое приложение немножко вырастает. Поэтому если кто-то планирует, то Ruby-то можете брать, а вот Rails не делайте только. Что мы сегодня поговорим? Ну, естественно, что такое serverless, как он работает, какие на данный момент есть провайдеры. Рассмотрим на примере популярного AWS, там это называется AWS Lambda. Немножечко про, как можно сделать API Gateway простенько дома за чашечкой кофе. Про фреймворки, потому что это довольно-таки без фреймворков долго это делать все. И минусы, цены и где это можно использовать у вас прайсинг. Или не надо. Вкратце, что такое serverless? Это откуда-то, я не знаю, может быть, даже с Википедии. Но если вас спросят на собеседовании, то вы можете смело отвечать, что это такой архитектурный дизайн-паттерн, когда мы запускаем какую-то кусок кода, функцию на сервере, она выполняется и умирает. То есть сервер за вас менеджится сам там где-то, вы только говорите вот эту функцию, выполни там, и умри, и все. То есть преимущество, преимущество только в том, что вы не менеджете виртуальные машины и за environment interface не отвечаете. В остальном это все то же самое. Как мы к этому пришли? У нас ты до сих пор, и это нормально, я считаю, традиционная архитектура. Мы берем. Покупаем сервер и поставим себе дома его, сетапим, накатываем туда ОС, ДБшечку ставим, какие-то хардверные апдейты там менеджем, софт, который нам нужен, доставляем. Естественно, если к нам придут больше 10 человек, надо подумать про скейлинг. Да, это неотъемлемая часть. И в этом всем нам очень классно помогает Chef и Ansible. Есть, конечно, другие тулзы. Многие проекты, не знаю, мне кажется, даже 90% проектов на этом работают и нормально. Дальше
если у нас появились такие микросервисные архитектуры, и первое, что нам приходит в голову, это Docker, Docker Compose, Kubernetes, все, что там с этим связано. Но если вам, допустим, вы не продуктовой компании, то для этой всей штуки у вас, скорее всего, вряд ли есть экспертиза, либо вам нужна команда с экспертизой, которая вам засадит вот это вот все за две недели, либо же вы с этим будете разбираться, не знаю, долго. Все зависит от вашего, как бы, скилла. А в нашем случае с нашим проектом это не подошло. Но в монолите держать это как бы было не ок. И мы пошли дальше. Мы познакомились с serverless, он же также называется как Function as a Service. И в чем его основные такие преимущества? Это то, что вы полностью фокусируетесь, ну, у вас есть в редакторе код, вы фокусируетесь полностью на коде. Вы не паритесь про скейлинг и то, как это... на каких это машинах будет запущена, будет ли она падать, будет ли она там рестартоваться и так далее. Вы пишете просто код, который будет вот, выполняться и все. Метрики. Если у вас монолит, вам надо там кибану подключать, еще какие-то там блокстыши, еще там всякое это. Здесь это за вас уже вам дают, оно готово. Это я уже в принципе говорил, если вы там, допустим, ну это больше, конечно, к докеру. Вам не нужно заботиться там про контейнеры, обновились они, там что-то еще, там куда-то их там скейлить, не скейлить. И это стейтлесс. Кто любит стейтлесс, в общем, вам понравится. Ну и да, и самая-самая-самая классная фишка — это то, что вы платите только за то время, пока машина поднята, и там исполняется ваш скрипт. То есть вы очень сильно экономите денежки свои. Или наоборот. Да. Вот, в принципе, вот так вот эволюция выглядит. То есть мы сейчас где-то, ну, сейчас вот мы вот здесь, не знаю, через ближайшее время, возможно, это зайдет, и мы перейдем на функции. Возможно, все так и останется, и это пойдет. Посмотрим. Как все это работает? То есть для того, чтобы ваша функция заработала, нужно, чтобы ее кто-то дернул. То есть ей нужно что-то, для того, чтобы ее дернуть, это нужно всего лишь через какой-то DSL послать payload. То есть есть какой-то event, который шлет, это может быть устройство, это может быть, ну, что угодно, это сервис. Он шлет просто какой-то payload, запускается ваша функция, и все, что угодно вы в ней делаете, можете отдать response, можете послать, вызвать другую функцию и так далее. Но нужно помнить, что у нас стейтлесс. То, что каждый раз, когда вы делаете какую-то логику здесь, особенно, ну, не знаю, это есть такие, конечно, разработчики, есть любители подкэшить что-то, файл. Вот так вот здесь делать не надо, потому что каждый раз это поднимается на разном контейнере, и ваш, ну, тот, что вы кэш ожидали, его может там не быть. То есть это очень опасно. Популярные провайдеры, которые на данный момент можно работать с serverless. Ну, это, естественно, AWS, Google и Azure. Да, кстати, что очень классно, что с serverless вы можете быть полиглотом, у вас полиглотная команда может быть. Вы можете писать один сервис, там, функцию на одном языке, другую на другом. Возможно, там, ну, 100%, что Go подойдет для каких-то определенных задач и можно вынести намного быстрее и удобнее. Вот, значит, на Google Cloud платформе всего лишь три языка. Это Python, Go и Node. Немного. На AWS немножко все то же самое, но немножко Java, .NET C# Core и Ruby с декабря прошлого года. То есть очень был большой всплеск на Новый год, очень много было в ленте новостей, что как serverless, куда его, что его. В общем, вот. И самый как бы такой богатый на языке — это у нас Microsoft Azure. Здесь все то же самое, но вместо Ruby PHP. Если у кого есть PHP-шники,
советском, да. На PowerShare можно делать, Bash'е, TypeScript'е, не знаю как, не видел, но они заявляют. И вот это вот, это у дотнетчиков есть F-Sharp, это как бы функциональный язык, и их Husky какой-то имплементация. Вот, если вам что-то из этого интересно, то вот, можете сюда идти. Очень простой предел. Нам нужно сделать рестарт с помощью serverless. У нас есть клиент, всю статику JS, там, картиночки мы на S3 напрямую прокидываем. Логику уже нашу API делаем на Amazon API Gateway, я сейчас про него расскажу. Это именно роутинг. Здесь у нас бизнес-логика. И так как это stateless, весь state, нам понадобится какая-то база. Это может быть любая база. Но по дефолту вы увидите, скорее всего, что Amazon пиарит свою Amazon Dynamo. Что же такое Amazon API Gateway? Это попытка Amazon сделать реализацию API очень легко, даже без знания, наверное, программирования. То есть как любой школьник может зайти и сделать API за вечер. Ну, замок она, естественно. Затем вы просто к этому, я покажу, как это выглядит, вы просто подвязываете свои endpoints с бизнес-логикой. Ну да, преимущества какие, то есть там очень это все легко, саппортится HTTP, даже веб-сокеты туда добавили зимой, в январе. В январе добавили веб-сокеты. Значит, там оно эластично, то есть там за скейлинг, троттлинг можно кидать, то есть за это вы не паритесь. Видно весь вот этот лайфсайкл, вы можете отменять, версионирование делать, то есть вот эта функция работает по той версии, откатить там на старую, мониторинг у вас из коробки. И вот это самое крутое, это то, что если у вас есть свайпер схема, либо с Postman, какой-то файлик там, какой-то есть, я не знаю, я Postman не пользуюсь, я свайпер, можно заимпортить туда, и у вас вот так вот будет готовое ваше все API, вам нужно будет только подвязать к лямбдам бизнес-логику. Вот. Также здесь Amazon вам навязывает, если вам нужна аутентификация, он навязывает свой сервис AWS Cognito. Если кому интересно, поковыряйте. Там аутентификация базовая, AWS 2.0, Facebook и так далее. Но за это денег надо платить. И Lambda. Где наша будет бизнес-логика? Будет в Lambda. То есть, в принципе, это реализация AWS, экзекьютинга вот этой вот функции, здесь ничего такого. В принципе, то же самое, что я говорил там на первом-втором слайде. Как оно выглядит? Функция, вот мы говорим про функции. Ну, самая простая на Ruby функция выглядит, то есть вам нужно хендлер, который, естественно, что-то вернет в конце. У него обязательно два входящих параметра. Это вот здесь в event, это тот payload, который вот вы передаете, что я говорил, по которому можете ориентироваться, ну, как ваша будет реагировать функция. Контекст — это служебная информация, она всегда передается здесь, информация про какой сервис дернул эту лямбду, сколько у нее оперативной памяти, какая архитектура там у этой оси. И вот здесь вот всякая служебная информация, какой тайм-аут вот здесь вот можете найти. Значит, вот этот вот слайд, к сожалению, вот этот слайд, вот этот не актуально стало 14 числа как раз перед презентацией. В AWS ноду 6 и прикрепнули, и теперь 10 появилась. Поэтому, но что мы можем вынести полезное из этого слайда, это то, что если вы пишете на ноде, писали на ноде 6, уже есть как бы 8-10, в 8 ноде появился async await, с помощью которого можно писать асинхронный код синхронно, ну, который выглядит как синхронно. И это очень классно, потому что с промисами, вот этими zen, catch, zen, catch, zen, catch, и там промисов, очень ужасно выглядит вот здесь это все. Поэтому пользуйтесь, кто не знает. И после этого
мы пошли как бы писать эту функцию, ну, пошли писать эти функции, и что, он, что, что нам AWS дает? Он нам дает такой редактор классный, там даже есть интеграция с IDE облачной и Cloud9. Ну, здесь ты можешь что-то написать, выбрать на каком интерпретаторе это там, ну, язык там. 2.5, кстати, к сожалению, только 2.5 пока. И здесь ты можешь что-то писать, создавать файлики, гонять, тестить. Все классно, но если у вас серьезный проект, а не Hello World, то здесь это невозможно делать. Ну, я взял, как бы, пошел, думаю, как можно это на компьютере делать. Это можно вот все папочки делать и затем написать ваш скриптец, который будет зиповать и туда через AWS CLI заливать. Но попользовалось полдня, тоже неудобно. Пошел ковырять дальше. Фреймворки есть какие-то. Какие-то есть фреймворки, есть этот CloudFormation, мой любимый, с которым я столкнулся на Elastic Beanstalk. Он, конечно, классный, крутой, но его конфиги, а на нем, на него конфиги жутко-жутко сложные. Вот, вот это аналог Terraform, если кто не знает. Только он на iOS крутится. Дико-дико такой сложный, что вот они недавно взяли и поверх этого фреймворка, ну как, поверх этого фреймворка сделали еще один SAM, который ты пишешь конфиги на SAM, который превращается в Confirmation конфиг. То есть, наверное, что-то было не так. Поэтому я пошел дальше. Начал искать какие-то сторонние фреймворки, и оказалось, что их много довольно-таки. Вот это вот, причем они могут, заявляют, они могут писать. Ты можешь писать на любой провайдер и на любой язык. То есть вы пишете, вы можете написать функции как на Go, так и на Ruby, так и на Node.js, используя один фреймворк. То есть это все сопротивляется. И эмигрировать с AWS на Google Cloud почти безболезненно. Вот. Из этого всего вот этот вот сам лидер на данный момент. Очень рекомендую. Мы его и взяли. А что в нем хорошего? Ну, во-первых, да, то, что можно как бы мигрировать из одного вендора в другой. Очень много плагинов. Ну, там их больше 200 и на все случаи жизни. Это вот что-то напоминает мне, я не знаю, ну, не знаю, их как вот в NPM ты заходишь, какой-то пакет тебе надо, тысячи. Но, правда, да, только два рабочих. Ну, сейчас там еще как бы ну, не заганилось все, поэтому все хорошо. И ты можешь легко написать свой, если тебе надо. Яма конфигурация, что хорошо, в отличие от JSON, она поменьше в два раза. И вы можете эти функции тестить и инвокать локально. Это очень классно и сохраняет много времени при разработке. И mint license, если там кого-то напрягать за это. Приблизительно, вот то, что мы. Это простая схема. Конфига, что она делает? У вас есть, получается, через API Gateway, как я показывал на RAS-схеме, один endpoint. Он называется getSubNail, то есть /subNail, и который дергает лямбда-функцию handler-subNail. И она, все, что она делает, она идет в бакет, у нее есть доступ к бакету, и нарезает вам какую-то картинку, предположим. Вы кинули оригинал, она вам нарезала там 3 subNail. Здесь вы можете регулировать, как это провайдер, первое, ну, естественно, язык провайдера AWS, Google или там Amazon, IBM, тайм-аут 30 секунд или больше вам надо, memory 128 мегабайт выделяем под какой ролью и так далее. То есть это все очень классно в одном месте, потому что у нас у всех есть development, staging и production сервер, и вот это вот все я проделывать не хочу в консоли трижды, и я где-то оступлюсь. То есть это надо как-то автоматизировать. И вот эта штука очень классно это делает. И деплоим мы это все вот всего лишь такой одной командой. У нас в ноде появляется сервер деплой бинар. Если вам нужно только не все функции деплой, а только одну, говоришь, вот эту, пожалуйста, только за деплой. Если нужно заинвокать локально, вот так вот мы ее дергаем, какую-то функцию одну. И логи можно смотреть. Не надо идти в CloudWatch, открывать вот эту вот простыню, либо ваши там виджеты, которые вы наделали себе. Здесь посмотрел, понял. И очень полезные плагины, которые мы используем
и я рекомендую, чтобы вы не искали там всякие не тратили время, это сам serverless, вот этот фреймворк, он подразумевает, что вы, когда начнете пользоваться этим, вот этот плагин, plugin existing list, когда вы начнете им пользоваться и навешаете на бакет какие-то ивенты, он подразумевает, что вы будете это делать с нуля. Но у нас в проекте уже есть бакет, и я не буду его удалять, потому что там много всего. А ивенты, он говорит, давай я дропну бакет, а потом навешу ивенты. Не-не-не. И в итоге вот ставишь этот плагин, и он поверх, как бы, ну, просто хук такой после всего еще. Ладно, делает вам ивенты как надо. Естественно, environment переменные. Если вы пойдете в документацию, там прям в репозитории пуш это все, чтобы все видели, это неудобно. Надо выносить куда-то. Если кому-то нравится подход, как в пятой релизе, вот этот секрет шарить только, но чтобы было все время, можете вот секрет плагин включить. Офлайн мод, это вот этот, что я рассказал, API Gateway. Можно с помощью этой штуки обращаться, ну, локально. Типа оно будет отрабатывать точно так же и тестить именно свою REST API. И то же самое для DynamoDB Local, чтобы не ходить в настоящую базу данных, не тратить реквесты. Мы... Это аналог, кто использует Fake S3 в современных проектах, чтобы в S3-шку не ходить. В локальном инвайзере Fake S3, ну, это то же самое, как из Dynamo. И после того, как я это все сделал на своем аккаунте, и потом пошел как бы, ну, имплементить, я столкнулся с такой проблемой, что, оказывается, это прав надо много давать этой всей штуки. У меня-то на моем аккаунте были рутовые, а здесь DevOps мне ничего не дал. И оно не заработало все, когда я сделал serverless deploy. Поэтому ознакомьтесь с политикой ролей и policy в AWS. Она там довольно-таки странная. Ну, иногда она нормальная, но иногда она очень много дает доступа. Дайте только те policy, которые вам нужны, чтобы оно все заработало. Потому что я, допустим, первых пару дней забыл дать полис, ну, попросить у DevOps полиси про логи для CloudWatch. И оно все работало, но логов у нас не было. Поэтому будьте аккуратны. И вот эту вот функцию мы можем вызывать в двух режимах. Это синхронно и асинхронно. Ну, здесь все, в принципе, понятно. С синхронным все понятно, почему. Потому что вы ее вызываете, у вас что-то происходит, какая-то ошибка, и вы сразу ее видите на экране, либо с вашего SDK, когда вы дернули, вам сразу респонс туда пришел. С асинхронным вы отправили, и непонятно, зафейлилась она, либо она успешно прошла. AWS ребята это предусмотрели. Если вы асинхронно вызвали свою функцию, она упала. AWS Lambda попробует ее выполнить после падения еще дважды. И после этого, даже если она дважды упадет, она дважды падает, если раз упала зачастую. Есть такая штука, как Dead Late Requeue, там опция. После этого она попробует сделать веб-хук в Dead Late Requeue, где вы можете настроить и записать информацию о падении в SNS-сервис, либо SQS. Типа либо в кьюху положить и там что-то анализировать свои ошибки, либо же в SNS отослать имейл, там, SMS-ку. Ну там все может быть через SNS. Вот. Поэтому не забывайте, потому что, ну, это очень как бы полезная штука. Потому что кажется, все работает, а на самом деле это фейлится. И вот здесь вот останавливается на этом этапе, когда вот зимой выпустили Ruby поддержку. На Лямбде появилась Ruby, и у нас начали ребята всякие там пользоваться Лямбдой, пытаться, по крайней мере. Практически 50% остановилось на этом степе, потому что они заливают релизу, а у них на Кагире не собирается. В общем, а все потому, что ваши там бинари должны быть Linux 64. Платформа Linux, а не Mac, который у нас под, ну, там от FreeBSD, как он называется, Darwin, или не Darwin, и, ну, Vendato, само собой. В общем, вот здесь, либо у вас 32 на
32x вы собрали, вот это вот все не работает. Если вы под нодой, то это вот так вот легко фиксится. Вы можете пересобрать это. Но лучше всего либо на CI-ке это все собираете и пушите, либо же берете, поднимаете докер-образ. Мы так делаем. Вы поднимаете докер-образ, есть Amazon Linux, на котором крутится вот это вот... Ну, сама лямбда, да, есть такой там, image. На нем поднимаете, ставите все, что вам надо, из-под него как бы пушаете этот код, и тогда 100% все будет работать один в один, без всяких общем этих. Так, если вот эта вот штука, это уже для более сложных таких решений, когда вам не хватает одной, у вас не помещается ваша бизнес-логика в одной лямбде, и вы хотите делать вот предыдущий докладчик про Trailblazer степы делать. AWS придумал это все, только в таком функциональном стиле, типа там вот композиции. Вы можете, они придумали свой язык AWS step, AWS state language, да, AWS, well, да. На котором вы можете описать вот такую вот схему, чтобы одна функция за другой вызывалась. Если падает, вызываете эту, если все ок, идем сюда, и пока не дойдет до сюда. То есть вы можете здесь нарисовать, ну, прописать на этом языке вот такие вот сложные штуки и этим пользоваться. Но мы с этим не работали, но такая возможность есть, если кто хочет как бы прыгнуть и ну, посложнее что-то сделать, вот, пожалуйста, такая штука есть, вам не хватает одной функции. Ну, перед тем, как вы побежите все делать лямбда-функции, переносить ваш весь бэк serverless, надо поговорить про недостатки. Ну, первое, это stateless иногда бывает, потому что иногда хочется, чтобы было, чтобы оно что-то помнило про предыдущие запросы мои. Но это никак, к сожалению, не фиксится. Второе, это холодный старт. В принципе, не сильно болезненно для нас. Здесь диаграмма и здесь пример только с Python и нодой. Но, в принципе, Ruby будет здесь рядышком. Почему? Потому что очень большой холодный старт для компилируемых языков. Потому что, когда вы запускаете функцию, там собираются вот эти вот. Сначала выкачивается там код, потом вендоры подтягиваются, потом он там собирается. И вот для компилируемых это может... до 6 секунд, и это, да, проблема. Для нода же питона это вот 50 миллисекунд где-то там, плюс-минус. Это не проблема, но если, ну, прям вообще бизнес просит, что вот хотим вот нон-стоп работать без задержек, вы берете, есть такой сервис в AWS, CloudWatch, это аналог крона, и можете написать, чтобы вашу функцию дергать каждую минуту, и да, в payload такой, типа, warm true. И вот она дергается, если warm true, то ты сразу с него выходишь. И таким образом у вас всегда прогрета функция и всегда готова принимать и отрабатывать. В общем, вот такой вот есть workaround здесь. Если кто столкнется, то пользуйтесь. Но это больше, скорее всего, для Java и C-Sharp. Да, если вы начнете там резать какие-то картинки, что большинство, конечно, людей делают, либо видосики. То вот если вы начнете резать видосики, фильмы свои, то ничего не получится, потому что там всего лишь в TMP папке 512 мегабайт вам дают. И он даже не зальется, если стрим. Знаете об этом? Я потом расскажу, да, как это фиксится в конце. Затем, ваша функция не может выполняться больше, чем 900 секунд, это у нас 15 минут. Поэтому... Ну, то есть, если у вас там какой-то тяжелый код, который работает больше, чем 15 минут, то будет тайм-аут, она просто вырубается, и все. Вот как мы на этом, на херок у нас делают, если 30 секунд, он просто все, пока даже ничего не покажу, что было. Если кто-то думает, что это невозможно, то вот с конвертингом DDoS это вообще реальный кейс. Это там и 20 минут может быть. Про вот это вот, у меня с этим проблем не было. Про body payload size, но может у кого-то будет. Вот, в синхронном моде типа 6 мегабайт, это через наш API gateway, типа ограничение. Но
Я не вижу в этом проблем, потому что сейчас грузить файлы на сервер или на ваш лямбду, это вообще глупо. Сейчас добавили такую штуку на S3, как pre-signed request, где вы можете выдать, послать на бэк, сертификатом сгенерировать кредлы для ваших мобильщиков либо фронтов, ссылку, по которой они могут залить файл в течение, там, допустим, 30 секунд либо минут. И все, и вы полностью выносите, и затем по ID-шечку подвязываете этот ассет. То есть это не проблема, просто не надо толкать файлы и загружать через... Это, кстати, solution для GraphQL, там с файлами была проблема. Function memory... ну и оператива, они больше 3000 не дают. Мы пока не было проблем с этим, но, может, кому-то мало. И вот эта вот неожиданная штука такая всплыла. Ваша вот... Весь этот репозиторий с функциями, он может быть не больше, должен быть не больше 250 мегабайт в обычном виде и 50 мегабайт зипово. Вы, конечно, скажете, что да я в жизни напишу 50 мегабайт кода или там 250 мегабайт. Но не забывайте про ваши вендоры. И вот недавно я добавил, нужно было всего лишь сконвертировать картинку в SVG. Я добавил один нот пакет и получил вот такое. Да. Получается, этот node package, когда я пошел в dependency, он, оказывается, тянет за собой headless Chrome. И Phantom.js что-то там рядышком еще не выпилили. И у меня было 470 метров. Естественно, я не влазил. Да. Вот. Будьте аккуратны. Если оно не грузится, я вам говорю, да. И конкуренция. Почему мы вообще взяли эту штуку? Это нам предложил там CTO нашего проекта. Он говорит, то есть нам нужно было быстро скейлиться, но при этом не вот сетапить вот эту вот всю архитектуру с микросервисами. И вот Lambda по дефолту с вашего аккаунта, с обычного аккаунта, 1000 concurrency реквестов может исполняться. То есть вы можете делить это там по регионам, по проектам, но это на один аккаунт. И может быть кому-то этого не хватает, и это проблема, нам пока вот, мы наоборот даже порезали, чтобы контролировать эту всю штуку. Если кому не хватает, вы берете, пишете в саппорт AWS. Потому что что такое лямбда? Это всего лишь какие-то контейнеры, это какой-то, им не жалко. Они это все делают, и эту тысячу придумали только для того, чтобы вас не начали дедосить, и к вам пришел такой счет с дорогой. Поэтому там есть, желательно ставьте это на 100, либо на 10. Там, конечно, есть троттлинг, можно врубать его, реагировать на это все, но можно, в общем, очень жестко разориться, если сюда бахнут 10 тысяч бездумно, позвоните. Поэтому будьте аккуратны. Знаете, когда скрылиться и куда. Также проблема, если вы это все засетапили на AWS, то AWS вам навязывает всякие свои сервисы, вы это все забахали, куча тим это все реализовала, и все, вы послезавтра либо там AWS банкротится, либо, я не знаю, становится гипердорогим. А, кстати, ажур сейчас очень хороший, возможно, мы на него перейдем. Но все, у вас уже все завязано напрямую, и это плохо. Как это решается? Если вообще не хотите ни от кого зависеть, и у вас есть DevOps, и он знает, что такое Docker и все эти штуки, показывайте ему этот фреймворк, и он вам заоркестрирует свою лямбду со своими правилами, со своими прайсами, в общем. Но это как бы довольно-таки непросто для девелопера обычно. По ценам. Здесь есть фришный тариф, который включает практически на всех провайдеров. Здесь, кстати, да, еще IBM есть. 1 миллион реквестов и вот этот гигабайт per second compute time, как его вычислить, вот здесь вот формула, кому интересно, там на RAM 9 duration, продолжительность исполнения, это число. Если вы выходите за него, то в принципе
за каждый последующий миллион по там 0.2 за цент, за центов. И цены, в принципе, у всех более-менее одинаковые. Единственное, кто тут выделяется, это у API Gateway, у Ажура, вот это, что я показывал, он вообще у них что-то фришный. То есть вот здесь вот очень, это дороговато. Поэтому API Gateway мы не пользуемся. И пример. Если у вас лямбда выполняется 512 мегабайт, выполняется она одну секунду в среднем, и вы ее дергаете за месяц 20 тысяч раз, то с обычной такой же машиной на AWS это вам обойдется в $5, с использованием лямбды это 17 центов. То есть существенная разница. Но если у вас 2,5 гигабайта тачки, 30 миллионов экзекьюшенов за месяц и продолжительность 500 секунд, то снять M4 Large, вот этот инстанс, намного дешевле, чем это крутить на лямбдах. Из этого делаем вывод, что serverless у нас для оперативы поменьше, execution тоже поменьше. В общем, да. Вы сделаете выводы, но своих проектов надо, но этого нет. Потому что реально можно разориться. И тузы, которые могут вам помочь. Ну, естественно, там Central Rollbar, кто любит для роллхендлинга, там это есть. Все как бы просто, как обычно. Для логирования, кому не нравится AWS Logs, Cloud Logs, да, как он называется, то есть сторонние тузы, дашбордом я пользовался, и Tundra. Они классные, в них так все, за них платить, конечно, надо, они классные, у них все так красиво показывается, там чарты, все дела. Но они столько прав просят, когда ты их интегрируешь к себе, что мне как бы DevOps только не дал. Я их побаловался там на своем девелопе, и на этом все закончилось. Мы сделали виджеты на AWS Cloud. Но если у кого-то зайдет, если кто сможет убедить DevOps дать столько прав, то штуки неплохие. Даже на фришном тарифе там можно смотреть, что происходило в неделю. И где вы можете это использовать? Ну, естественно, вы можете делать разные сложности в веб-аппликейшн. В основном это REST, да. Хотя на Кубертоне и монолит поднимали, нет? Да? Да, но так делать не надо. Всякие IoT-девайсы, если у них, естественно, есть какой-то доступ в сеть, они могут слать какие-то ивенты, и вы можете там собирать, логировать, агрегировать, выводить отчеты всякие там, с любого устройства, не знаю, с холодильника, с пейджера, что-то. Самая популярная сейчас тема — это выносить, и мы на проекте это используем очень активно, это аудио, видео, image-конвертация. Мы столкнулись с тем, что к нам приходят гифки, и гифки нужно ресайзить, и это очень больно, это очень сложно. И поэтому приходится гифки превращать в MP4, а затем, в общем, их ресайзить. Вот эта вот штука, можете встретить, Lambda Edge. Это, и она идет вместе всегда с CloudFront. Что это такое? CloudFront — это у нас CDN, и в этом CDN вы можете подключить лямбду, и эта функция будет вам делать какую-то бизнес-логику и отдавать в каждом регионе разный контент. Ну, по каким-то правилам, по хедерам там, или еще откуда оно пришло. То есть, я не знаю, это может быть для какого-то A/B-тестинга там, или еще чего-то. Ну, то есть, вот если вам надо, Lambda Edge, это та же лямбда, только вот с CloudFront она идет. Имейлы у нас перенесли, то есть какие-то имейлы, либо байджобы там будут дальше, все выносится туда легко, выполняется. Real-time Data Transformation, если кому-то надо, там есть сервис AWS Kinesis, это аналог Kafka, туда можно что-то насыпать бесконечно, и потом оттуда брать, показывать. Кому надо, можете поковырять. И кронжобы, да, я уже говорил, с помощью CloudWatch'а. Крон убираем, используем CloudWatch, дергаем наши функции. Чат-боты какие-то, логику туда. В январе добавилось в API Gateway
поддержка веб-сокетов, но я бы не рекомендовал, потому что все-таки, хоть там оно реализовано, там, ну, там так более-менее. Но что такое веб-сокеты? Веб-сокеты — это у нас stateful, и нам нужно держать connection. А Lambda как бы не для этого, поэтому очень ужасная как бы архитектура, но лично мое мнение, поэтому я бы не рекомендовал пока юзать это. В итоге, что мы имеем? Делайте ваши, естественно, лямбда-функции, не подвязанные к кэшу, поменьше там логики, разбивайте, не хардкодьте variable, ну, переменные окружения, выносите их до temp, еще куда-то, естественно, one function, one task. Следите за dependency, чтобы они не были больше 250. Не забывайте про TLQ для синхронных задач. Прогревайте, если вам нужно. И используйте, естественно, фреймворки. Я вам рекомендовал serverless, то, что на ноде, но никто вам не запрещает использовать какой-то другой. Главное, не используйте как бы напрямую. Все, всем спасибо, в принципе, у меня все. Вопросы? Станет вопрос, а как вот это вот все интеграционно тестить. Здесь у нас пока изолирована каждая одна функция, она не зависит от какого-то контекста внутри ее, то есть, ну, она чистая, в идеале она чистая должна быть. Вот, поэтому юнит.